Пропуска, не только... Белорусская сторона подтвердила факт задержания в Минске гражданина Таджикистана Паравиза Турсунова. По информации телеграфное агентство Белта, официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Бурилев подтвердил факт задержания в Минском аэропорту гражданина Таджикистана, в отношении которого таджикскими властями было сфабриковано уголовное дело по обвинению в экстремизме. Мужчина был задержан 18 сентября в аэропорту сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. На следующий день, 19 сентября, заместитель Минского транспортного прокурора применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции. В настоящее время гражданин Таджикистана находится в следственном изоляторе номер один города Минск. В Белорусском надзорном ведомстве ожидают поступления экстрадиционных документов из Генпрокуратуры Таджикистана. Речь идет о 43-летнем Парвизе Турсунове, бывшем игроке футбольной команды «Хайр» из города Вахдата. Несколько лет назад Парвиз Турсунов ушел из команды, когда ему предложили сбрить бороду. После ухода из команды он вместе с семьей проживал и работал в Дубае и Турции. В Таджикистане в отношении Парвиза Турсунова возбуждено уголовное дело по статье 307, часть 1. Массовые призывы к экстремизму у КРТ. Власть Таджикистана использует всякими методами, чтобы арестовать, там, давить на народа, на некомыслящих.